Добрый день, друзья! Я действительно рад здесь всех присутствовать, то есть на этой прекрасной площадке, где мы с вами можем вместе пообщаться и поделиться теми идеями, теми наработками, которые в дальнейшем будем реализовывать. Я очень рад вас всех видеть и думаю, что сегодняшний день, то есть действительно будет той переломной точкой, когда мы, значит, уйдем уже от кабинетного планирования, то есть перейдем действительно к массовому, значит, обсуждению всех наших будущих перспектив. Для того, чтобы, как Сергей Петрович заметил, мы уже креативили не только на уровне муниципалитета, то есть на уровне игры, а может быть и Российской Федерации. У нас с вами есть задачи, то есть задачи, которые поставил президент, значит, и к 2024 году. Поэтому нам единственное осталось выработать тот путь, по которому пойдем в ближайшие 6 лет. Поэтому я всех приглашаю на второй этаж, для того, чтобы мы начали там работать, креативить, и потом после обеда активно выслушали все наши идеи. Спасибо. Начинаем. Ну что, Сергей Петрович?